характером и за счет своего хорошего проезда он заслужил себе место в топ-8 и поедет против Олега Сысойкина. Но это мы узнаем уже в следующей стадии наших соревнований. Пока что у нас продолжается топ-16. У нас Шумаков Евгений едет против Сергеева Владимира. Как хорошо, широко и открыто у нас идет Евгений. Перекладочка, еще одна. Ну и Владимир, конечно, здесь не ожидал такой прыти от своего соперника и подотстал от него. Хотя вроде уже... Так, Сергеев Владимир у нас на старте. Ждем мы лишь Евгения. Так, подъезжает у нас Евгений. Ждем старта от нашего стартера. Проверяет готовность пилотов. Дан старт. Всегда нужно проверять готовность пилотов, потому что один может затягивать ремни и просто пропустить старт. Поэтому все пилоты должны быть максимально готовыми. Хорошо, широко идут оба пилота. Давая подъехать преследователю, лидер двигается дальше. Перекладочка через жесткий внутряк просто режет траекторию у нас Евгений. И, конечно, да, на следующей перекладке он уже как будто с постановки подъезжает к своему лидеру.